Всем привет, друзья! Меня зовут Лавр, и это видео специально для подписчиков рассылки Forest Home. Сегодня я покажу вам несколько ножей от компании Benchmade. Новинки. И первый — это Benchmade Tengu. Надеюсь, правильно произнес. John Osser Knives. Это джентльмен, идущий в небольших кожаных ножнах. Но что очень не характерно для джентльменов, тем более от компании Benchmade, это достаточно крепкий и очень стойкий ножик. Достаточно серьезные танты, которые свойственны скорее Cold Steel, и весьма толстый слой G10 на спейсере. То есть это маленький джентльмен, который сможет не только вскрыть конверт, но еще и приподнять небольшой люк. Вполне интересная и выдающаяся вещица. Следующий ножичек. Редкий гость компании Benchmade. Медиатор. Это автомат, который есть предохранитель от открытия. Так, с одной рукой. Не указательным пальцем не получается. Большим удобнее. Кнопка достаточно тугая. Сталь S90V. Интересный ножичек тактической серии. Рукоять собрана на трех бонках и осевом, что позволяет ножик очень легко промывать. Плюс пушечный флип этого ножа не оставит равнодушным многих. Если вы любите автоматы и любите компанию Benchmade, вещь крайне интересная. Следующий ножик. Лично мой любимый дизайнер компании Benchmade и одноименный ножик Osborn. Имитированная версия. Сталь S90V, рукоять титан. Я очень люблю Benchmade Osborn, в первую очередь за его механику, за то, как он сделан. Это ножик, который открывается со скоростью автомата и с ощущением более того автомата. Шпинек настолько грамотно расположен, что при открытии ножик буквально сам вылетает, если приложить хоть небольшие усилия. При этом складывается он максимально легко. Плюс лимитированная версия в титане, по-моему, получилась очень удачно, чем-то напоминает Крис Ривз и Бенза. Сайт также собран на паре боночек, поэтому ножик вполне подойдет для аутдора. Следующие ножи. Ножи уже нам знакомые, но мини-версия. Это багауты из стали S30V. Также легкая рукоять на паре боночек, видимо, Benchmade — это хит сезона. Аксислок и очень компактная версия. Кстати, большая версия тоже появилась в паре новых цветов. По сути, это классические ножи серии Bugout. Удобные ножи, которые подойдут для леса, для аутдора и, в принципе, для любых задач, где вы хотите использовать легкий ножик, который максимально легко с собой нести, и при этом который очень хорошо режет. Ну и логическое продолжение семейства Bugout, Benchmade Bailout, но в необычном исполнении. Анодированный алюминий на рукояти и CPM M4 на клинке. Очень агрессивная и резучая сталь. На конце есть несвойственный этой модели стеклобой. Модель относится к черному классу, что обозначает, что ножик для специалистов, для военных, полицейских и пожарных. Но на самом деле, в качестве городского ИДЦ, этот крепкий и живучий нож, несмотря на тонкий обух, вполне себе подойдет. Также какой-то лес, или если хотите взять чистовой ножик куда-то в поход, в дополнение к лому, это будет отлично. Еще один ножик, новинка черного класса Benchmade, это Benchmade COCP из стали D2. Тактический нож, по сути, представляет собой складной кинжал. Стилетообразная форма, фальш-спуск со второй стороны с фальш-лезвием. И полусериэтерный клиночек из стали D2. Кстати, сериэтер злобный, похож на спаевский. Отлично будет резать веревки. Рукоять, кстати, также достаточно легко промывается и имеет очень толстые медные шайбы. Кстати, отдельный момент. Ножик весьма необычный, но ход клинка у него прям супер. Открывается он, сейчас указательно не очень, но вот большим прям. Отлично. Кстати, глубокая клипса и стеклобой сзади обеспечены. Ну и, собственно, новиночка от компании Benchmade, продолжение финнов, Benchmade Liuko. Большая прорезиненная рукоять и большой клинок в финском стиле. И всегда с подводиком. Сталь CPM 3V, один из самых вязких порошков, и ножик прям отлично подойдет для бушкрафта. Кстати, что отлично, у него еще и толстый обух. Если вам нужен нож в лес, это подойдет отлично. Ну и в конце, один из самых интересных ножей, ножик, который изображен на каталоге компании Benchmade за 2020 год, это мини Crockett River.
Gold Class. Конкретно это модель номер 461. Нержавеющий дамаск на клинке, хаотичный карбон на рукояти, классический Axis Lock. Ну и, как обычно, присущая Gold Class коробочка и соответствующие бумаги. Кстати, если посмотрим, видим, что произведен 21 января 2020 года, номер 461. Бэйчмейт любит такие маленькие детали, и, в принципе, очень приятно, что добавляют чехольчик, красивую коробку, а не как большинство американских брендов. В принципе, вот такие новиночки. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока.